В Казахстане продолжается реализация программы переселения граждан с юга на север. В нашей области для них создаются все условия. Предоставляется жилье, работа, а также выделяются субсидии. Наша съемочная группа побывала в Акжарском районе и пообщалась с некоторыми из них. Токтасын Маутен – уроженец Узынагашского района Алматинской области. В феврале 2020-го мужчина переехал в село Талшик Акжарского района. Занимается животноводством, держит 200 овец и 10 коров. Отмечает, что благодаря государственной поддержке в виде жилья и субсидий он смог начать лучшую жизнь. Многие говорили, что погода северного региона сурова. Хочу сказать, что это не стало помехой. Люди здесь очень дружелюбные и всегда готовы помочь. Я очень рад, что переехал сюда. В 2022 году из южного региона в Акжарский район переехало 37 семей. Многие из них заняты в сфере сельского хозяйства. Стоит сказать, что за последние 3 года в рамках программы в районе построен 71 дом. Люди, которые приехали из трудоизбыточных регионов нашей страны, они занимаются животноводством, общий пит, и также по своей специальности трудоустраиваются в школы, учреждения, медучреждения и как бы на объектах частной собственности. Программа получит дальнейшую реализацию. В следующем году местные власти планируют строительство еще нескольких домов. Елена Горбань, Тамерлан Тлеубаев, Нурбул Балгабеков, Адиль Нуржанов, служба новостей.